Просто, вот, я не знаю, в течение обстоятельств мы ездили на дальний фестиваль в город Киров, за 1000 километров отсюда. И, возвращаясь обратно, мы ехали в купе с одной замечательной девушкой, звали ее Валентина Богушевская. Вот. Ну, понятно, барды с гитарами, с дисками, со всеми делами. В общем, мы ее покорили, одарили ее дисками, она нас одарила вареньем. А оказалась она дизайнером. И через какое-то время нашла меня ВКонтакте, пишет: «Юля, вот мне так понравились ваши песни, я хочу для вас что-нибудь сделать. Можно ли я вам оформлю диск?» Я говорю: «Ха, я как раз пишу диск». Вот, я присылаю ей песню, и она вот буквально очень точно прочувствовала и мое настроение, и вообще мою натуру, настолько вот мне сразу никаких изменений не дополнительных я не делала. Вот как она сделала, так оно вот все и есть. Я должна была сегодня приехать из Москвы, к сожалению, она вот с машиной, у нее неполадка, она позвонила, очень хотела приехать побыть на презентации. Но, тем не менее, огромное ей спасибо за то, что она вот проявила свою вот такую вот доброту, и это приятно, когда людей ценят за песни.